О, траекторию мы нахер вырубаем. Нет, в том же месте. Не-не. Ай, нет. Нормально, насрать. Как бы... Не грешно. И почину пос... Это что за пи***а такое поехало? Дон Корлеоне какой-то местного разлива. Ах ты ж, про тебе еще... Тебе что с... Жить надоело? Тебе третью шестерку сейчас догоню, нарисуют. Да ты охренел, я с... Да и... Твою же ж... Need for Speed, Gas, Pro Speaker, Street. Карьера. Продолжаем наши каточки. Сегодня будем двигаться на новенький какой-нибудь Week, мать его, N. Можно было бы допилить нашу тачку, но смысла не вижу никакого, потому что она и так что-то неплохо таким будет. Зато мы можем сейчас подформить баблишко. И что у нас там вообще? Автосалон по деньги, дребеденьги. У нас есть 26 тысяч. Это не густо, поэтому фармим пока что бабосики и чешем на карту. Едем, проходим очередной ивент. Там он какой-то коршун вон нарисован, я смотрю. Вот. Прям вот туда предлагаю сегодня, в туда именно заехать. Смотри, какой будет заезд-то прикольный. И, во-первых, мы сюда чешем. Выбираем, конечно же, нашего окурка и выбираем гольфа. Других вариантов у нас пока что просто нет. Чем богаты, как говорится, тем и довольствуемся. Короче, я видел то, что вы писали. Я читаю комменты, между прочим, так что можете что-то интересное писать всегда. Вырубаем нахрен траекторию, потому что это не камильфо. Нам надо, чтобы жопа горела, чтобы все вот это вот было там, все как полагается. Ездим, если что, на сложности король. Это так про, между прочим. Во! Траекторию мы нахер вырубаем, индикатор поворота. На всякий случай оставлю, потому что треки я не знаю, а в последний самый момент он мне может будет показывать. Будет тоже сильно помогать, вырублю и это. Хрен уж с ним, что за рейтинги, интересно, мини-карта, вкл, ну все, как-то так. Ну что, господа, давай, чешем заезд, заезд что у нас там, на время у нас на почине будет, ну сейчас попробуй без траектории, вспоминаем треки, погнали. Ну что, девочки, вы готовы сделать сосо у Райана Купера и его 155 табунами, вот, готовы? Ваши эти 400 сильные. А-а-а. Спасибо, что смотрите! В ответ. Так, мы едем на сцепи, все, пиздец ему. Давай, включаем первую пидерачу. Ща будет вообще... Первая жестенка наверняка будет Сонечка сегодня. Слушай, да, показывается он стрелочка, она как бы... Чтобы не посмотреть сильно на карту, вот можно этим пользоваться, насколько резкие и нерезкие повороты, хотя не уверен, что сильно поможет. Ну давай, босс, господи ты, боже мой. 155 сил. Это прям вообще, тут можно прям на... гашетку в пол, здесь, по-моему, сейчас будет... Ой, ничего интересного не будет. Тоже на гашетку в пол, только нужно траекторию правильно искать. Кстати, вот чуть-чуть, треки довольно-таки прикольные здесь. Я пацанов догоняю! Пацаны, вы серьезно? Вы вот это вот серьезно? Вам не стыдно? У вас сраная Honda без сраного нитро догоняет. Кстати, писал, дескать, не ставь нитро, чтобы было еще сложнее. Ну, пока ставить не буду, но, по-моему, в какой-то момент игрушка вполне себе будет нормуль, поэтому все там будет хорошо у нас. Так, а тут что, пролезем? Тапка в пол. Да, вполне, тачка не быстрая, поэтому тут можно все-таки... Остоебонькаться чуть-чуть, легкие повреждения получить. Ну, как бы, отметиться нужно было в бетончике, потому что иначе бы дело бы вообще не пошло. Там наш комментатор что-то, наверное, прокомментировал, как обычно, остроумное. По этому поводу. Но мы это все не услышали, потому что у кого-то тут хлеборезка-то не закрывается нифига. Так, что, куда? Зарываемся нахрен. Догнать и уничтожить. Я хочу ваш слепстрим. Пока держим вторую. Давай, давай, догоняй. Ага, на прямой сейчас они ушурупают. О, как мне нравится этот звук переключения. Надо погромче себе сделать. Не надо. Здорово, Вась. Чё ты едешь ты сегодня? Райан Купер вообще красавчик. Пока что на втором месте, но ничего страшного, это... Это дело поправимое, как говорится. Слушай, слишком уж перетормозил, но ладно. Сейчас посмотрим, что нам предложат наши оппоненты. Слушай, а без траектории-то действительно повеселее. Стрелки вообще мне ничем не помогают, я вам так скажу. Они там мельтешат, как бы, чтобы я не прозевал. Тут вот можно даже так пошире. Резко своя траектория начала рисоваться, так неожиданно-то, а? Можно было еще шире, давай третью. Гашетку мы вообще просто, можно кирпичики дануть, на педаль газа и все. Только с цепой и тормозами работаем периодически. Так, про между прочим, чтоб было. Нахер пошел, ублюдок. Ух, смотри.
Там бедный, по-моему, аж очканул так нормально. Врываемся. Нет, блядь, в том же месте. Сончик такой, Сончик. Ладно, я трека не знаю наизусть, поэтому нормально. Мы его уже себе так это застолбили, так сказать. Все, называем тот поворот имени Сончика, потому что Сончик любит его на прочность проверять, так сказать. Давай, на газ пол. А теперь поширше. Ручника. О, дорулили. Хорош. Как мне нравится этот звук переключения, бодрый. Давай на вторую. Крутись, втек. Отфтекаем пацанов сегодня. И что мы там имеем? Мы имеем пол позиции. В смысле? Ну да, гонка на время, можно и так сказать. Ни хрена себе, попёрто как. Я даже четвертую включу, так уж и быть. Для разнообразия. Газ пол. И петушиная жопа. Горит там, небось, сейчас так. Гарри, Гарри, ясно. Чтобы не нахрен погасло. Сука, повезло тебе. Я старался, но не до конца смог. К сожалению. А ну! Вася, вот это прям вообще высший пилотаж. Передний привод. Не убирая ногу с газа, ручника-то поддернул. Да, слушай, мне этот окурок начинает нравиться. Ему бы чуть копытных сил подкинуть, чтобы оно ехало так повеселее, а не совсем как овощерезка какая-то. Нормально. Так, вот этот мой поворот, да, пацаны? Кажись этот. А ну-ка мы сейчас это... ручником притормозили. Нормально. Можно было бы даже не так сильно им пользоваться. Слышь, ты тут что, решил пощемить меня или что? Быстрый, что ли? Нахрен пошел, ублюдок. Четвертую пихать не, наверное, нема смысла. Сейчас что-то не хотела доруливать. Зараза. И времечко. Да ты охренел, я с... Сука. Да ладно! Ни хрена себе. Вот это поворот. Вот это меня отодрали-то, а? Это была наглость какая-то? Ладно. Ход уикенда понятно. Едем на следующий заезд. Участок. Погнали. Поврежденный. Пофигу. Ты понял вообще? 155 табунов что-то не выстрелили сегодня. Ладно. Кстати, многолюдно, у людей жопки-то горят, вон, огонек там сзади, первую передачу. Началось! Райан Купер впихнул наконец-то первую пидерачу и начинает кочегарить, блин. Давай, Хонда, мы можем. Теперь надо сосредоточиться, у нас нет траектории. Больше у нас нет никаких читов. Больше нет никакого преимущества. Есть только лишь я, мои кривые клешни и твой вяленький моторчик, который ни хера не едет. Так давай мы покажем этим всем мудакам, что клешни и вяленький моторчик порой все-таки что-то домогут. Это, конечно, не точно. Но все-таки иногда что-то домогут. Кстати, вот эти гонки, по-моему, были самые такие по хардкору, насколько я припоминаю. Ой, как медленно, Вася. Единственное, что мы имеем, это хорошее переключение. Давай, 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 не так широко. Разгоняйся, скотина. Разгоняйся, давай, подлюка ты такая. Мы пока что сосо делаем прям очень так знатно. Чего, куда здесь? Ага, понял. Четвертую пихаю. Давай, держись. Хорошо, что я поставил резину топовую. Вот сейчас она прям... нормально так выручает. Блин, не хватило 5 очков. Слушайте, пацаны, как-то, блин, не весело пока что что-то вообще. Так, траектория. Не, не видел. Давай, давай. Райан Купер выбился в лидеры. Давай, сучка. Это было печально очень. Близко, близко. До рекорда не хватило 39 очков. Это по секторам, да? Типа надо сектора ставить. Хорошие.
Мы пока что лидируем, но... очень так спорненько, скажу я вам, однако. Попробуем улучшить. Резко начали искаться точки торможения. В окружении неожиданно так. Так, где я там? Все, понял. Теперь давай. Здесь на газ пол. Здесь все еще на газ пол. А вот здесь надо будет как-то так аккуратнее чуть-чуть. Так, у меня, кстати, нормально пока что все. Зараза! Профукал поворот, но... и... 17 очков, да, не хватило. Ладно, пока что все хорошо у нас. С хорошим отрывом идем. Я, если честно, до сих пор не въебываю вообще, как это работает. За что мне дают... а, вон, банк очков. Все, я, кажется, понял, как это работает. Идут очки, и чем быстрее я проезжаю сектор, тем больше мне очков остается. Все, заебись, хорошо. Не прошло и полтора прохождения, да, одно и чуть-чуть прохождения. Сонечек допер, как это работает. Сонечек такой, Сонечек, что сказать. Ладно, пацаны, нормально, мы затащили, и это прям хорош. Ну что? Вот посмотрите. Ой, посмотрите на эту машину раздолбанную. Давай, наверное, за бабосики пока что ремонтнем. За денежки, потому что мне на эту машину прям без слез не глянешь. Ей что-то хорошо так сказала. Едем гриб дальше. Давай, погнали. Are you ready, мать вашу? У нас даже тут нет имбовых тачек. Группа А, ну что, давай покатаем этих мальчиков и девочек. Незабываемая серия по Pro Street очередная, поэтому надо срочно вжарить лайчину, такую хорошую. Ага! Давай, с первого же переключения. Ох, сучка, ты там зажигаешь, да? Там с твоей пукалки огонек прорезался, я смотрю. Шевели булочками, девочка. 4000, ну давай, втек, втек. Нам надо отвтекать тут соперника. Не-не! Сонечек, ну не надо. Ну вот нельзя просто взять и проехать чисто. Это АЕ-86 от меня удрало. Все, я запомнил, что я понял, что это за трек. Ай, блин! Нет! Что-то капот помялся чуть-чуть. А в вашем Need for Speed Heat будут такие повреждения, как здесь? Чё-то я сомневаюсь в этом очень сильно. И то АЕ-86... меня в хвост и в гриву чпекает. Это вообще не заебись. Куда? Тут еще Ауди какая-то щемится. А, Е86 закончилась. Я понял. Братан, ты так подумал и решил, это группа А. Хорош. Группа Б, в смысле. Нормально, насрать. Моя девочка привыкла, что я как бы ее могу личиком там макнуть куда-то. Зато мы затащим. Как бы... и тут, и сям макнуть. Ну нормально, короче, пацаны. И ручника подвернуть, и первую не грешно хуячить. И бочину пос... это что за педрило такое поехало? У меня есть хорошее желание догнать и что-то с ним сделать такое. Например, кадык откусить. Как вы смотрите, а? По-моему, очень даже ничего затея. Только догнать не получается. Вот это плохо. Ты, сука, блин... мою машину! Опиздюлил-то так. Ты как стоячего, блин. А Е86, что-то если резко закончилось у нас. Давай, давай, в отсечку первую. Прострелили. Это последний круг, серьезно? Я даже. Сейчас бы со второй на пятую переключаться. Я даже и не понял. Ой, а что это, блядь? Ручник сработал. Немножко дымка напоследок, так что по красоте. Нормально, ручник включился у нас. Все хорошо, пацаны. Мы затащили. Движемся дальше. А! Це перемога. Молодец, что говорить.
Вы выиграли деталь, тормозная система первого уровня для RSX. Продолжить уикенд, чё? Да? Или мы уже прошли, что можно было бы ливнуть? Не, ну 36 тысяч нам надо. Ход уикенда. Чё там? Заезды, едем на следующий гриб. Поехали, поболеем чуть. Побитая поля. Похуй, поехали. Так, 450 сил у нас. Дон Дерби. Дон Корлеоне, сука, какой-то. Местного разлива. Жесткие гонки. Вольцвагены, которые ломаются. Так. Напряглась. Давай. Поехали. Без всякого нитра. На разбитой тачке. Блять! Ах ты ж пидор, тебе еще... Тебе шо, сука? Жить надоело? Тебе третью шестерку сейчас догоню, нарисую там. Курва. Где ты там, говна кусок? И само не едет, и людям не дает. Как раз тот случай. Ах ты ж, блять! Сейчас вы видели дрист на переднем приводе. Так, что-то пацаны от меня бодренько так уезжают, скажу я вам, однако. Нитро! Сука, мне нитро не хватает! Шо, блядь, меня заебать решил за эту гонку? Черт с ушами! Две шестерки! Нормально, пацаны. Что происходит? Ой, у меня Че с ручником-то? Машина разваливается, сос! По-моему, эта гонка все. Ладно, похуй, едем до конца. А вдруг что-то выпадет там. Конечно, я сомневаюсь в этом очень сильно. Но мы попробуем. Давай, давай, давай. Ручник только не включайся, пожалуйста. А то это вообще не камильфо было. Обходим его. Господи, бедная моя девочка-то. Досталось-то ей сегодня. По-моему, ей говно досталось. Гребаный рестарт пошел. Вот так вот. Так, все, пацаны, это было унижение. Это прям было вообще не каев. Поехали, мать вашу. Так, а что, соперники другие, не понял. Где мой две шестерки, мудак? А вон он есть, все хорошо. Сука, хули вы тормозите, дауны? Черти драные, тут масло щемится. Не ломай мою машину, ублюдок! А то я могу тебе челюсть сломать чисто случайно. За нее. Догнать, догнать, догнать. Смотри на этого, блин. Быстрый, да? А, притормаживаешь, да? А я газую на газ пол. Понимаешь разницу? Гребаное масло 450-сильное. Сука! Бойся меня, курва. Оп, здравствуйте. А вот мы и первые. Не, пацаны, так неинтересно. Слишком скучно. Ну что же, мы лидируем, короче, ни хера не происходит интересного в этой гонке. А могло бы быть. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да, слышишь японский звук? Шпирдаки горят у пацанов, ю-ху! Вот это я понимаю, братья. Мне нравятся трибуны местные, определенно. Пацаны, только, блин, где соперники, алло? Тем не менее, там какой-то черт что-то приближается. На Ауди, между прочим. А хули ты такой быстрый, блядь, слышь? Блять! Блять! Ну, мудак! Блять! Так! Бак-бак! Давай, выпускай. Имеем в виду теперь, что тут есть у нас ебучая Ауди вот эта, которая едет. Правда, я там начал что-то чудить в конце.
Когда думал, что уже все, как бы, приехали, кино не будет. Да? Что вы делаете, демоны? Мамкины ездуны. Все, я понял, этот хер там стесняется проехать, но по факту он на самой быстрой тачке, видать? Кто-то меня там бочину поцеловал чуть-чуть. Это не Каев. Этот ВАК тоже валит, ты посмотри, что творится-то. Так, 150 сил японских самурайских должны сейчас зарешать, я надеюсь. Есть, отвязались по чуть-чуть. Два круга у нас будет. Но не стоит сильно это самое, как показала практика, расслабляться. Так, этот хер сейчас тут будет тормозить. Ух, миллиметражист херов. Давай, давай, крутись. Пролезем тут? Пролезли. Где этот наркоман? Вот он. Так, сейчас будет этот веселый поворот треклятый. Этот атакует. Передача не включилась, сука. Первую. Да иду! Как же ты меня бесишь, паскуда тварь. Я мог бы приехать на целой тачке, но нет же ж, блядь. Нарисовался гонщик хренов. На своем ведре американском. Нахрен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально удержались. Так, все, они могут догнать, поэтому давай-ка теперь сосредоточимся чуть-чуть. Держись, держись, держись. Управляйся, витрина. Не смотрим назад, просто кочегарим. Горящая трибуна! Привет! Охренительная трибуна. Ту трибуну точно моим именем можно окрестить. Так. Где там, блин, жалко не видно. А вон, Кен. Какой-то там Кен, блядь. Где твоя Барби? Что-то чешет. А наш герой как там его на этой Ауди? Только не говорите, что это он. Бля! Нет уж хуешки, блядь. Нет, 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 нет. Надо же было опять наложить. Нет, блядь, сказал, иди нахуй. Нахер сказал. Отлично, он тормознул. Нитро-то нет, нифига. Давай, Райан Купер. Со всех копыт, блядь. В жопу иди. Иди в жопу, сказал. Гонщик хренов, ой, блядь. Фу. Нормально, мы это сделали. Нет, ты знаешь, все-таки без траектории сильно стало побаще так. Нормально. Правда, 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 это было очень жестоко. Давай за бабосики. Рихтанем тачку. Фу, поехали теперь. Дрэк, отда четвертый, отда вторая мили будет, ребятки. О, это тема. Погнали. Так, ну шо, пацаны. Предлагаю, коль такие именины, правильно прогревать шины. Поскольку они сделаны под геймпад, а не под руль. Поэтому придется греть правильно. Ну давай. Я такой прогрев, сука, и не снился. Купер, это вам не это. Блин, ты смотри. Долго, зараза, все-таки этот газ надо сбрасывать. Ну, 12.57 проехал. Это хорошее время достаточно. Против этих дебилов это вообще шикарное время. Так, окей. Бак-бак! Мое любимое, это пак-пак-пак-пак. Смотрите, как надо греть шины, пацаны. Ты видишь, жарятся, нефиг делать вообще просто.
Отличный прорыв. Зажигает прям красавчик. О! Давай, сучка! Рано нажал. Рано нажал кнопку, когда еще цепа не законтачилась. Говно. Ну ладно. Йоу, нахрена нам ехать третий этап, когда уже и так все очевидно. Ну ладно. Давай. Давай, сучка! О-о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 -
Чуть-чуть бы длиннее четвертую федерацию было бы вообще. Ну, на одной второй миле придется пятую пихать, наверное, все-таки, да. Побить рекорд трассы. Конечно. Почти конец, братан, погнали. Так, ну шо, пацаны, одна, вторая. Смотрите. Да просто черт какой-то нереальный. А яйца какие, блин. Вообще не офигело. Смотри, как зажигает. Просто красавчик. Мальчик. Давай, давай, давай! Что-то немножко так вышло. Чё так долго, блин? Вот на геймпаде реально быстрее машина переключается. Вот правда бы. Ясно, понятно. Вести сил. Всех отчпекало. Ух ты, блин. Смотри, какой дракстер там прикольный. Слушай, потому что сейчас будет шумно. Очень шумно, я вам скажу. Все проснутся. Вот, вот так, да, научился наконец. Молодец, Райан, продолжай. Отлично. Итак, мы начинаем. Начинаем. Так, еще немного. Ай, не попал. Да чё такое, зелёнка ж там загорелась-то. А вот четвёртая попал. Братан, ну ты всё равно там это сильно не разгоняйся, ладно? Volkswagen затащил. Красивая цифра вышла. Чё, последний раунд? Раунд. Конечно. Да, не хотел бы я оказаться рядом с ним на старте. Чё б нет, а? Ой-ой-ой, что-то я. Если вы боитесь жары, лучше отойдите от Райана Купера. Он решил немного идеальный зажигать. Проблем. Эй, вы слышите этот рёв мотора? Давай! Давай! Давай нахрен! Нахрен! Это было идеально. Чётенькая работа. Погнали забирать ништяки. В эти выходные у всех был знак одно имя. Райан Купер. Да! Он пришёл из ниоткуда и вдруг бешеный успех, огромные деньги. Так, давай, закрываем глаза и... Если не сдуется, шоу-чик. Шины первого уровня, спасибо, они и так уже стоят у меня второго уровня. Говно. Еще. Шо, пацаны, хорошо погоняли сегодня, да? О, там еще какое-то говно открылось, я вам смотрю. Окей, но пользуясь случаем, можно зайти, наверное, в автомобиль, гараж. Не-не, это неинтересно. Это тоже интересно. А вот это очень даже выбор. Шо мы там уникальную запчасть получили? Во-первых, шины нам дали, но, кажись, там... А, первый этап, еще в Нали Фалькин и Ханкук. Не, Ханкук я уважаю. Кстати, вот Ханкук реально заебись колеса, вот правда. Стоят у меня второго уровня.
Говно. Шо, пацаны, хорошо погоняли сегодня, да? О, там еще какое-то говно открылось, я вам смотрю. Окей, но пользуясь случаем, можно зайти, наверное, в автомобиль, гараж. Не-не, это не интересно. Это тоже интересно. А вот это очень даже выбор. Шо мы там уникальную запчасть получили? Во-первых, шины нам дали, но, кажись, там... А, первый этап, еще в Нали Фалькин и Ханкук. Не, Ханкук я уважаю. Кстати, вот Ханкук реально заебись колеса, вот правда. Я себе он поставил прямо...